Качественное образование – еще и заслуга опытных преподавателей. Люди образования показывают свое мастерство в конкурсе «Педагог года». Сегодня в теледневнике расскажем, кто вышел в финал. Здравствуйте, я Фликова Анна. Веду телевизионный дневник городского конкурса «Педагог года». Сегодня мы подводим итоги первого этапа конкурса. На этом этапе жюри оценивали интернет-ресурс педагогов, эссе на тему «Я педагог», мастер-классы, опыт работы и занятия, которые наши учителя проводили с чужими детьми. По результатам всех выставленных оценок подведены итоги первого этапа и определены финалисты. Практика показывает, что все участники, и победители, и финалисты, и просто участники, они продолжают более активно образовательную педагогическую деятельность. Тютиков Вячеслав Владимирович. Я доволен, рад тому, что завершился как бы основной такой этап. Надеюсь на то, что как бы вот и финал также пройдет успешно. Мы встретимся с вами в финале, который пройдет в форме круглого стола. И участники покажут свое умение ориентироваться в современном мире, в современном образовании, покажут свою эрудированность и умение высказывать свое мнение и точку зрения.